Словенцы показали, какой должна быть реклама железной дороги. Команда акробатов сыграла в баскетбол на движущемся поезде. Ловкость этих парней позавидовали бы артисты цирка «Дю Солей». Посмотрите, с какой точностью они кладут мяч в корзину. Акробатов 50 человек. И таким оригинальным экстремальным способом они решили прорекламировать Бахинскую железную дорогу. Ей исполнилось 110 лет. Она считается самой красивой альпийской железной дорогой Европы. Так что все составляющие успеха в этом ролике есть. Это завораживающий пейзаж и трюки, от которых дух захватывает.